7 апреля наши соратники, товарищи и сути времени провели большой митинг в поддержку Юго-Востока. Естественно, что мы пришли их поддержать. Теперь мы переняли эстафету. Искренне благодарим уже суть времени, которая пришла нас поддержать. Я уверен, что будут приходить и новые организации. И с каждым разом, с каждой неделей митинги будут все больше, серьезнее. И поддержка наших товарищей будет расти не только в России, но во всем мире. Я вам хочу сказать, что прежде всего мы должны понимать, вот эти наши митинги, да, вот эти наши мирные собрания, на которых мы выступаем против оккупанта, против нашего врага, это нечто вроде наших армейских учений, таких мирных учений. Именно вот эти учения как раз помогут нам в определенный момент, когда это потребуется, мирно встать, выйти на улицы, встать и сопротивляться оккупанту. Посмотрите, на Украине люди не смогли вовремя именно таким образом защитить свою страну. И сейчас поэтому они несут на себе тяжелое бремя горячей военной оккупации. Бирюсайка, вот ее исток, едете вы ляхи прямо на восток. Если идет Великая Отечественная война, совсем другое дело, если Запад совершил вооруженную агрессию против русского мира, и русский мир защищается. Если это агрессия на нашу страну, то это уже не народное ополчение. Это война национально-освободительная. И тогда долг каждого человека помочь. Потому что это уже не на территории Донецка и Луганска люди за русский язык борются. Они борются против интервенции и оккупации. И мы очень надеемся, что СМИ будут об этом говорить. В частности, мы здесь, в Свердловске, добились, что уже несколько крупных СМИ стало регулярно освещать нашу работу. Переворотов, цветных революций, это всегда меньшая часть общества, которой не нравится стиль или традиции жизни большинства населения той или иной страны. Это те люди, которых Запад воспитал в своих западных ценностях через стипендии, через НКО, через масс-культуру, которая, засилие которой, вы все видите, да, по тому засилию голливудской продукции, которая у нас есть. Кстати, недавно Барак Обама признал, что Голливуд – это тот фактор, который помогает Америке завоевать мировое господство. Что от средств массовой информации зависят жизни людей, от того, как они называют вещи, интервенция или там какое-то временное правительство или хунта, или законно избранный президент, зависит очень много, зависит от жизни людей. Давайте же будем, уважаемые средства массовой информации, говорить людям правду. Давайте встанем на защиту нашей большой страны, нашей Родины и русского народа, и других, которые проживали в мире до 91-го и до 2014 года. Мы один большой народ. Без грамотной, четкой и логичной, и честной
постановки вопросов и правильных и твердых, бескомпромиссных на них ответов не победить.